то время как большинство приверженцев конспирологических теорий, происходящего в мире, сходятся на том, что некие силы пытаются сократить стремительно растущее население Земли, Илон Маск полагает, что демографический коллапс представляет наиболее серьезную проблему для человечества. Отец девятерых детей Маск неоднократно заявлял на различных площадках, что из-за проблем демографии могут исчезнуть целые нации. Под угрозой, считает Маск, находятся Италия, Франция и Япония. Также миллиардер утверждает, что наступивший 2024 год будет еще более безумным, чем предыдущие. К слову, согласно опубликованному агентством Bloomberg индексу миллиардеров, наибольший прирост капитала за последний год продемонстрировали компании Илона Маска, оставив за ним статус самого богатого человека мира.